Георгий Топал. Диалог. «О, как закон твой соблюсти?» – спросил я у Христа, «чтоб святость, мудрость обрести и с Богом жить всегда. Что должен сделать в жизни я, чтоб небу угодить? Один ответ есть для тебя – ты должен полюбить. Я есть источник той любви, и всем ее дарю. Ко мне, дитя, скорей приди, тебе я обновлю. Я выну камень из груди, тебя освобожу, и сердце полное любви взамен его вложу. Да, Господи, изрек в ответ, тебе я отдаюсь, к тому, кто есть любовь и свет, всем естеством стремлюсь».